Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос. Спасибо за донат подписчику. И в прошлый раз Драгунов собрал достаточно немало голосов. Поэтому мы сегодня играем за него. О, она еще и жмет. Ты что, обалдела совсем? Ой, там два удара, я забываю. Так. Чтоб она не жала слишком сильно. У него волл керри какой-то вообще дикий. Урон не слабый. Реально не слабый. Так. Жестко. И ждет, да? И жмет, точнее. Да. Не надо. Это парирование было? Ой, я нажал бросочек. А, опять два удара. За что ж я не вижу-то его? Не вижу. Ух, плюсами просто загрыз. Лаунчер. Не слабое парирование, да? Которое на комбо еще выводит. А, два удара. И урон с бросков тоже не слабый. Правда, Акиземи у этого броска раньше было лучше. Вау. Тихо. Ой, я попался на лаунчер. Не, это я в курсе. Об этой штуке. Она жмет после пропуска вниз 2. Йошимицу. Итальянский Йошимицу. Со скромным ником No Name.
О, у него прикольный, кстати, этот. Прям серебряный такой цвет. Так. Да. Защищаться сложно против таких быстрых низов. Нифига там у него. Ха. Надо начинать его бросать, а то он совсем обалдел. Ну, он все время ждет ноги, я его поэтому ударил этим. О, нифига себе, это лаунчит у него. Ой, флешка. Это флешка была. Финка. Слушайте, он, кстати, не на свой ранг играет. Вы в курсе? Не, ну я так-то тоже не на своем ранге. Наверное, мы в равных условиях. Но видно, что это типа его дополнительный персонаж. Потому что на таком ранге постоянно так низы блокировать, ну, я не знаю. То ли я такой предсказуемый, то ли... Ой. Ух ты, нифига. Опять попал. Да, простые комбо, причем это даже не оптимальное. Жесть. Ему, по-моему, бахнули вот это вперед-вперед 2. Такое ощущение. И разбег делать проще стало, как будто бы. Чего это? Чего это было? Ну-ка иди сюда.
Ой, это что? Вот это непонятно. А, это он, у него переход такой. О! Непонятно, что у него чем заканчивается. О, а я нажал 1 плюс 2, кстати. Фига себе, у него трюки. Ох ты! Жестко, жестко. Жестко и непонятно, да? О, Азусена. Азусена. Танцевать будет. Попалась. Фига там комбо. Тихо. Не, это все. Это все. Долго что-то мы боролись. Так, агрессивненько. А, я не успел? Я прыгнулся. Это был мид. А, это этот. Нижний бросок у нее. Самая ошибка. Зачем делать на пустом месте рейдж? О, в смысле? Броня. Чего? Что ты делаешь? Что я делаю?
Не? О. Попалась. Плюсы жмет. Плюсы жмет и по ногам бьет. Нажмет? Не... О, нажала, но только не так, как я ожидал. Интересно, смогу я еще два раунда забрать? Сейчас посмотрим. Ну, можно бросочками просто. Она думала, все, что ли? Там же три удара. Но реакция есть, смотри. А, нет. Бам. Ну смотри-ка, получилось. Так, Сяо Ю, следующий соперник. Так, а на этой арене вроде бы и стены пробиваются, и пол пробивается. А! Но тут только попадать этим. Попалась. Так. И все. Сейчас попробую сразу броню. Не? А, за броню схватила. Попалась. Хит смэш. А, я даже не смог степнуть это. Я даже не смог это степнуть. Это вообще плюс, причем очень жесткий. Расстояние. Ой, вот это я зря нажал. Лаунчит. Обмануло. Mm.
Как они прям чувствуют, когда я начинаю нажимать. Ладно. Хотя тут можно было сделать по-другому и рейджем добить. А, он у него крауч после этого удара. Я понял. Плюс, да, там плюс, она еще плюс машет. Опять попалась. Perfect. Round three. Fight. А, ну тут я попался. На лаунчере. Ой, это было быстро. Что? А, все. Оу! Откуда эта нога явилась? А это наказывается, кстати. Вот она не наказала, а могла. Ну что ж, дорогие друзья, пишите в комментариях, кем сыграть в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. В описании ссылочки на мои каналы и донат. Всем хорошего настроения и всем пока.